Два месяца назад Алексей переехал в новую благоустроенную квартиру в ЖК «Изумрудная долина». Говорит, по сравнению с прежним жильем, это настоящий дворец. Всю жизнь он прожил в старом деревянном бараке без удобств. Еще дедушка мой получал как железнодорожник. Ну, после войны там давали временную постройку. И так вот мы остались. Отец мой там прожил. Я 45 лет там прожил. Без удобств, без всего. 16 семей из аварийных домов поселков Усово-Тупик и станции Усово расселены. Просторные квартиры, высокие потолки, качественный ремонт. Новоселы признаются, поначалу было непривычно. У нас одна семья из этого дома отказывалась переезжать с Мирновой. Да, из-за того, что большая кухня. Мне говорит, а зачем, говорит, мне большая кухня? Что, вы мне найдете, что я буду, я не привыкла, мне нужно маленькую. Вот, но мы ее убедили, она уже тоже переехала. Практически никаких дополнительных вложений новое жилье не потребовало. В каждой квартире выполнен качественный ремонт. Дома нового типа имеют автономное газоснабжение. Валентина Николаевна, видите, она переезжает. Алексей Анатольевич уже переехал. Квартира уже с ремонтом, да? Квартиры переданы с ремонтом, с оборудованием. Можно прям вещи и Да. И здесь и вот туалет, ремонт. Здесь получается сколько метров? 57. 57 метров плюс большая лоджия. Квадратура больше, чем прежде. Причем новые дома малой этажности, а значит, более привычные для людей, которые долгое время прожили в бараках. Еще один немаловажный плюс – благоустроенная территория вокруг ЖК. Тут чисто, все аккуратно, вечером идешь. Приятно пройдет. Ну, да, детские площадки везде. Плюс у вас же вот там парковая зона большая. И это еще не все преобразования, заверил глава. Благоустройство будет продолжено. Открытие станции МЦД «Лесной городок» обеспечит еще и отличную транспортную доступность. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».